Всех приветствую! Сегодняшнее видео будет о том, как я разбираю, перематываю и восстанавливаю ветрогенератор проекта Порт-Артур. В предыдущем видео я показал, что выявил сгоревшие обмотки по причине замкнувших диодных мостов. Разделил раму от генератора. Вот крупным планом сгоревшие диодные мосты. Этот вообще выгорел в хлам. Вот рама, кстати, очень, конфигурация ее очень удачная в плане смещения всех осей. То есть защита здесь очень хорошо работает. Генератор у нас сгорел, как видно. Вот здесь прям особо видно, здесь лак просто выгорел и вытек вон. Масштаб урона понятен, это полностью под перемотку. Ну, разберем, посмотрим сейчас. Магнитная система не нарушена. Ах ты, гадина такая. Судя по тому, как липнет отверткой, как сложно вытаскивался ротор, понятно, что магниты не размагнитились. Задний подшипник целый, передний тоже целый. Вот он статор. Значит, что видно здесь? Здесь видно то, что сгорели на самом деле все обмотки. Поплавились все. Здесь вообще вон до меди и межпазовая изоляция вся выгорела. Вот. Здесь, конечно, уже поменьше. Но одна фаза, да, прям совсем. Межфазового точно замыкания не было, потому что тут стоят прослоечки. Будем сейчас все это перематывать. Так как у меня намоточных данных этого генератора не осталось после пожара, компьютер, на котором это все хранилось, пришел в негодность вместе с дисками. Поэтому сейчас буду потихонечку снимать все показания, разматывать, посмотрю, какой провод. И припоминая его работу, я думаю, можно будет даже произвести маленькую модернизацию, так сказать. И сделать так, чтобы его более универсальным. Чтобы он работал в звезде все-таки. Это позволит использовать меньше диодных мостов. Элита на этой подводной лодке находилась. Трагедия. Людей обманули, думали, что они готовы, думали, что дамба их спасет, а она не спасла. Размотан статор. Частично почищен. Сейчас дочищу. Пролью лаком. Сейчас пластины без пока пазовой изоляции. Нашел намотку, которую использовал в то время для намотки этого генератора. Вроде это она. 44 витка было. Провод непонятный. Буду делать так, как это показало. 44 витка вполне корректно работает, если выпрямить все фазы и в параллель для 12 вольтовой системы. Поэтому сделаю. Ну, для такого маленького генератора делать на 24 вольта, думаю, нету смысла. Хозяин там не будет переходить на 24-вольтовую систему. Поэтому в звезде намотаю так, чтобы было уже 12 вольт. Можно будет взять потолще провод и избежать одного лишнего диода наверху. Что, в общем, я думаю, внесет более, станет более надежной конструкцией. We'll be right back.
Итак, все на объекте. Ветряк готов. Сейчас будем устанавливать. Лестница есть. Доступ, то есть с лестницы. Ветряк вот он. Мы не ищем легких путей, это реально про меня. Приехал на объект, а ключи забыл. Ластогубцы наши все. Хейтеры, добро на моей стороне. Подведем маленькие итоги ремонта. Давайте еще раз быстро пробежимся по конструктивным изменениям и особенностям, которые здесь были применены. Применены диодные мосты, две сборки вот таких вот. КВ, РС, 50-амперные. Они соединены, к ним припаяны плюс-минус на олово, на постоянку. А вот проводники от генератора, три фазы, выходящие в звезде, они подсоединены через вот такие папа-мама к стандартным клеммам, чтобы, если опять же вдруг что-то сгорит, можно было легко снять это и подсоединить на место. Все это я поджал, то есть подгорать, по идее, не должно. Также применен вот такой светодиод. Он 3 ватта заявлено в нем мощности световой. И, если честно, вот опять же вы видели, как он вспыхивал в момент тестов. Будет, я думаю, очень ярко. Далее применена вот такая вот простая, но на самом деле очень надежная система. То есть здесь подтяжки пружины уже не будет. Будет постоянно пружина подсоединена. Вот на такой язычок приварен гвоздик обычный. Да, обычный гвоздик, как всегда, все гениальное просто. И он сделан так, что по мере отхода хвоста назад, то есть получается такое нелинейное натяжение пружины, а как раз таки по прогрессивной кривой. На этом, думаю, это видео все. Повторю, применяйте альтернативную энергию там, где это можно, нужно и выгодно использовать ее. И плюс на основе, основываясь на данном вот конструктиве, данной поломке, хочу сказать, что делайте ремонтопригодные конструкции, потому что это, конечно, творческое дело, но делать ветряк, который вы потом просто не сможете отремонтировать быстренько в случае даже поломки, я думаю, не стоит. То есть делайте ремонтопригодные, удобные в эксплуатации, в ремонте, в разборке, в сборке конструкции. На этом все. Заканчиваю. Всем пока. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, задавайте вопросы. В меру своей компетенции попробую ответить. Пока.